Доброе утро. Опять этот Нокс. Я уезжаю, дорогая. Не забудь, что у нас сегодня вечером гости. Вот не кстати. Мисс Линда, вас ждет миссис Чалмерс. Доброе утро, мамочка. О, доброе утро, Тони. Доброе утро, мэм. Как ты спал? Доброе утро, Линда. Не понимаю, чего так взбунтовалась эта старая кляча, Элсворт? Считает, что его обделили. Не дали сорвать всего, чего хотелось с тарифной комиссии. Это ведь его последняя сессия. И что же вы собираетесь предпринять, сенатор? Да все уже сделано. Резолюцию передали в комиссию по учету и контролю над расходами сената. То есть к вам? Да. Ничего не скажешь. Проекту дали ход. Да, но пока до этого законопроекта дойдет очередь, почтеннейшего сенатора в Сенате уже не будет. Вас вызывает Нью-Йорк, мисс Даяна. Передайте ей, что я позвоню попозже. Кстати, сенатор, маленькое предостережение. Потише ведите себя в Нью-Йорке, а то о вашей даме ходят разговоры. Я пытаюсь, правда, замять разговоры о ней в редакциях, но если Герст узнает, не избежать скандала. Прошу вас, Хаббард. Благодарю вас. Кстати, за последнее время ваш журнал изменил тон. Контрольный пакет принадлежит теперь мне. О, поздравляю. Благодарю. Вы знаете, трудно сразу задать новый тон. Меняются подписчики, рекламодатели, штат. Нужны субсидии, как больному переливание крови. Да, насчет Нокса. Он собирается завтра выступать в Конгрессе. Я в курсе дела. Мои ребята предупреждены. Завтра телеграммы полетят, как птицы. Нокса надо убить смехом. Смехом. Я написал статью для Картрейс. Протелеграфирую ее завтра по горячим следам. Скажите, сенатор, а вам не кажется, что зря вы даете возможность Ноксу произнести речь? У нас нет выбора.
Не за что зацепиться. Ни в частной, ни в общественной жизни, ни единого пятна. Но зато сейчас мы его поймаем. Эта речь должна подорвать его репутацию. Но Ноксу палец в рот не клади. А вы действительно уверены, что ему нечем подкрепить свои слова? Не беспокойтесь. Факты ведь можно подобрать к чему угодно, стоит только захотеть. У Нокса нет ничего, кроме подозрений. А мы должны выставить его смутьяном. Понимаю. Играющим с огнем для собственной выгоды. В это поверит, это жизненно. Ну что ж, пускай лезет в петлю. Наше дело судить его веревкой. Мой тесть никогда не был скрягой. Благодарю вас, сенатор. Ты должна поговорить с сестрой. Наше положение в обществе папина, Тома. А она встречается с этим Ноксом. Он их ругает на каждом перекрестке. А она, видите ли, встречается с ним на рауте у Дагдейли, и он не отходит от нее целые полчаса. Да-да-да-да, такие люди, как он, всегда приносят только несчастье. Вы разрешите, миссис Стоун? Кофе. Слушаю, сэр. Наверное, помните, нас особенно интересовали подлинники переписки с компанией Гудьер. Очень сложно. Эти письма относятся к особо секретным. Сложно или дорого? Это очень сложно и очень дорого. Сколько? Я жду. $500. Подлинники? Разумеется. Итак, нам необходимы переписка «Черный всадник» и письма Эстенбери и Глутца. Мистер Герст хорошо осведомлен. Само собой. Насколько я понимаю, именно эти документы у вас. Ну что ж, он неплохо заплатит вам и за эту работу. Сколько? В три. Мало. Пять.
миссис Чалмерс в саду. Ой, Кони, девочка. А где мама? Она там, в гостиной. Маргарет, мне нужно сказать тебе кое-что. Ты не рассердишься? На тебя нет. Конечно, никто это не принимает всерьез, но все-таки я бы тебя хотела предупредить. Если речь идет о моем муже, прошу тебя не продолжать. Дело в том, что его похождения меня давно уже не интересуют. Том тут ни при чем. Это касается тебя. Меня. Не знаю, как начать. Но начни с самого главного. Конечно, все это ерунда, но мама нервничает. Ты же знаешь, какая она старомодна. Ты встречаешься с этим Ноксом? Кони, Нокс самый добрый, самый честный и самый порядочный человек из всех, кого я знаю. На днях он публично обозвал папу вором. Папу? Да, он сказал, что короли биржи потеряли совесть. Не слыхала. Что они так низко пали, что готовы украсть у нищего последнюю корку хлеба. Да, но при чем же здесь папа? А кого же он еще имел в виду? Глупышка. Станет папа отбирать у нищих корку хлеба. Он и пальцем не пошевелит меньше, чем за миллион. Да, но он ведь целых полчаса не отходил от тебя на рауте у Дагдали. А ведь он ненавидит и папу, и твоего мужа. Завтра он собирается произнести в Конгрессе одну из своих ужасных речей. Об этом пишут все газеты. Ах, Кони, Нокс не может причинить зла. Маргарет, но наше положение в обществе, папина, Тома, твое положение, Маргарет. Ох, положение в обществе. Ты еще маленькая, не вмешивайся ни в свои дела, Кони. Добрый день. Том, о господи. Здравствуйте. Том, вот ужас. Ты только подумай. Ты знаешь, почему мама так взволновалась? Нет. Мы наехали на детскую колясочку. Это ужасно. У нас шофер совсем не виноват. Это ужасно, ужасно, ужасно. Ведь ребенок мог погибнуть. Ну, не надо. Еще говорят, что эти женщины любят своих детей. Нет, нет, я не могу привыкнуть к этой суматохе. Эти автомобили, боже мой, когда я была молода, мы жили как-то солидно. Можно было вздохнуть, подумать. Теперь ни на что не хватает времени. Ах, просто голову теряешь. Один Энтони никогда не теряет головы, но он исключительный человек. Я убежден, что за всю свою жизнь мистер Старкуэттер ни разу не терял головы. Разве что, когда он за вами ухаживал. Я даже и этого не сказала бы. Ну, отец посовещался с компаньонами, затем передал дело на рассмотрение юристам. Когда же они доложили, что в невесте не найдено ни одного изъяна, папа сделал предложение в первые же свободные полчаса. И пока папа объяснялся в любви, он не менее двух раз поглядел на часы. Прекрати, перестань. Томми! Томми, мальчик! Здравствуй, мой дорогой! Здравствуй! Маргарет, ребенок опять похудел? Маме вечно кажется, что Томми чахнет. Бабушка, я настоящий индейец. Да? Самый храбрый из всего племени. Вот как? Пойдем, Томми. Нет, я не пойду без пленного. Мне нужно с него снять скальп. Ну хорошо, хорошо, пусть это буду я. Нет, мне нужен здоровый воин. Да? А ты знаешь что? Настоящие индейцы никогда не капризничали. Во всяком случае, так было во времена моей молодости. А ты была молодая? Конечно. Нет, обманываешь. Никогда. Идем. Идем, идем со мной. Бабуля, идем. А ты правда была молодая? Ну, конечно. Разве я тебя когда-нибудь обманывала? У вас удивительно остроумный мальчик. Я буду у сенатора Чалмерса. Да, сэр.
Я очень рада вас видеть, мистер Сабари. О, здравствуйте, очаровательная миссис Чалмерс. Как-то неловко предлагать вам эту жидкость. Очевидно, наш способ заварки кажется вам варварским. О, да, извините, ваш чай совсем не похож на наш чай. Но ко всему привыкаешь. Раньше меня поражали обычаи вашей страны, но сейчас, как бы это выразиться, я уже претерпелся к ним, как и к вашему чаю. Вы очень снисходительны, мистер Сакари. Нет, нет, я всеми силами стараюсь не видеть никаких недостатков в вашей замечательной стране. Да? Как вам это удается? Не понимаю. Не понимаю, что творится с нашей молодежью. Ваша старшая дочь, например. Раньше она всегда служила мне помощницей. Во всех моих маленьких делах милосердия. А теперь? Во всем виновата эта суматоха. Просто ни на что не хватает времени. Я вообще не понимаю, чем все это кончится, если матери разучились воспитывать собственных детей. Томми выглядит ужасно, а Маргарет занимается чем угодно, кроме собственного сына, и вообще поступает, как ей заблагорассудится. Том, твоя любовная связь в Нью-Йорке должна быть прекращена. Кто вам насплетничал? Я не намерен вступать с тобой в спор. Мне это не нравится. Надеюсь, понятно. Тебе трудно укротить свою натуру? Ты только и делаешь, что ублажаешь свою плоть, пьешь. А как мне стало известно от твоего врача, у тебя больное сердце. Ты женат на моей дочери, я не допущу, чтоб ты ее позорил. Ладно, буду осторожен. Но раз уж вы о ней заговорили, я хотел бы продолжить эту беседу. Маргарет дружна с Ноксом. Они часто встречаются. Да. Само собой разумеется, я ни в чем ее не подозреваю. Но, согласитесь, вашей дочери, моей жене, не пристало... Что? Поддерживать знакомство с этим анархистом. Ты ее муж. Почему ты не приберешь ее к рукам? У нее характер вроде вашего. Да, еще... Я боюсь, что она знает кое-что о моих невинных шалостях. Я уже сказал. Связь должна быть прекращена. Да, слушаю. Господи, боже мой, ну, конечно, знала. Спасибо. Спасибо, а... Почему? Нет, я вас не понимаю, мистер Нокс, ведь это... Ну, Говард, ну ведь это я вас приглашаю. Хорошо? Хорошо. А, вот и ты, Энтони. Благодарю. Я давно мечтала познакомиться с вашим отцом. Не обижайте, что он не поздоровался с вами. Просто у него свои странности, он может уйти, не попрощавшись. Еще бы. Его голова полна замыслов. Мой муж говорит, что он величайший человек наших дней. Прошу вас, сенатор, отнесите это отцу. Пожалуйста. А, это вы? Очень рад, мистер Старквейтер. Я вас ждал утром. Я расхворался. Знаете ли... Когда вас вызывают, вы должны являться. Законопроект был возвращен в комиссию. Зачем? Разве вам не были переданы мои распоряжения? Произошла ошибка.
Вы не пользуетесь больше влиянием в Сенате. Скажите, я найду другого. Мне не нравится, когда со мной так разговаривают, мистер Старкуэттер. Я занимаю определенное положение в моем штате. Администрация вашего штата принадлежит мне. Оставьте мусор в покое. Вы стали сенатором только потому, что мне было угодно. И так же легко перестанете им быть. Понятно? Понятно. Законопроект должен быть провален. Он будет провален, сэр. Надеюсь, тихо, без газетной шумихи. Все будет как вам угодно, сэр. Это все. Ей-богу, не пойму, почему я здесь. Потому что я этого хотела. Ну, не хмурьтесь. Можно в кое-веки раз отдохнуть. Вот там сидит властитель тьмы. Тот самый дракон, которого вы поклялись поразить насмерть. О, это человек, который держит в своих руках страховые компании, тресты, банки, сталелитейные монополии, угольные шахты, судостроительные верфи. Это человек, который завалил ваш законопроект. Он ненавидит все, что дорого вам. Короче говоря, это мой отец. Мне следовало его узнать, ведь его фотографии не сходят с газетных страниц. Но почему вы так о нем говорите? Да, но ведь это правда. А вот рыцарь пера Хаббард. Но этого кто не знает. Сначала он писал против нефтепромышленников, а затем, сторговавшись с ними, стал их защитником. Ага. Как странно. Вы такая живая среди них всех. Наверное, я вам кажусь изменницей в собственном стане. Но это так и есть. Господа, мистер Нокс. Как поживаете, мистер Нокс? Спасибо, хорошо. Только и слышишь, что о вашей завтрашней речи. Кажется, вы собираетесь задать нам жару. Но не более, чем вы того заслуживаете. Вы намерены сказать правду, всю правду и ничего, кроме правды. Всю, вот именно. Поверьте, не так уж мы плохи, как вам кажется. Ко всякому вопросу можно подойти с разных точек зрения. Нас с вами объединяет то, что и вы, и мы хотим стране добра. А поэтому все еще надеемся найти общий язык. А на самом деле ты хочешь свернуть ему башку, Том? Да, вы могли бы далеко пойти, в союзе с нами. А так, что может сделать одиночка в наше время? Извините. Напрасно вы так спокойны, Говард. Вы же знаете, как им легко заткнуть рот всякому, кто им противится. И все же они дают вам возможность выступить. Почему? Все очень просто. Они думают, что я произнесу зажигательную речь, не имея никаких доказательств. И тогда они превратят меня в посмешище, в ходячий анекдот. Но они просчитались. Доказательства... Они у вас есть? Они у меня будут. Умоляю вас, Говард, будьте осторожны. Спасите меня, миссис Чалмерс. Мистер Сакари надо мной смеется. Ну, вот уж не поверю. Честное слово. Почтенные леди изволили пошутить. Он имел дерзость спросить у меня, почему у нас в Штатах такие высокие цены. Но мой муж уверяет, что жизнь у нас стоит так дорого потому, что люди тратят слишком много денег. Какая необыкновенная страна. Люди бедны. Потому что у них слишком много денег. Я всегда говорила и буду говорить, что все зло в автомобилях.
Все зло в неверии и пьянстве. Пьянство подрывает основу основ. Веру, промышленность. Словом, все на свете. Работоспособность понижается. Стоимость производства повышается. Отсюда и рост цен. Отчасти, только отчасти. Рабочие недостаточно бережливы. Если бы они копили деньги, мы бы смогли больше продавать за границу и получать большую прибыль. Спасибо. Значит, чем бережливее народ, тем больше вы сэкономите. А да. Чем больше вы экономите, тем больше вы можете продать. А чем больше вы можете продать, тем лучше вам живется. Совершенно правильно. А чем меньше вы продаете, тем хуже вам живется. Еще бы. А если народ станет совсем, совсем бережливым и перестанет покупать, что бы то ни было, наступит нищета? Видимо. Значит, людям живется плохо, потому что они бережливы, да? А не потому, что они расточительны. Мистер Сакари, вы соглашаетесь с нами, а потом выворачиваете наши слова наизнанку. Вы страшный человек. Может быть, мистер Нокс прольет нам свет на этот вопрос? Просим, мистер Нокс, я умираю от любопытства. Надеюсь, бесстрашный трибун Конгресса не струсит здесь среди друзей. Я не подозревал, что вас любят поговорить на такие темы. Так в чем же, по-вашему, зло, мистер Нокс? Я думаю, господа знают не хуже меня о причине зла. Она в краже. Какая романтическая идея. Значит, если у вас что-нибудь есть, вы это украли. Вот именно. К примеру, у меня есть автомобиль. И что? На ваш автомобиль потрачено немало труда. Думаю, не вашего. Конечно, нет. Я его просто купила. Тогда вы, очевидно, в поте лица трудились над чем-нибудь другим. А потом обменяли продукт своего труда на автомобиль. Но если это не так, то это и есть кража. Но не слишком ли узко, мистер Нокс? Возьмем меня, я... деловой человек, и автомобили не краду. Или, по-вашему, краду? Докажите. Извольте. Вы контролируете железные дороги, промышленные предприятия, страховые компании, банки и другие кредитные учреждения. Вы распоряжаетесь львиной долей капиталов страны и знаете, что остальные капиталисты покорно пойдут за вами следом. За последние несколько лет основной капитал американской промышленности был раздут на 70 миллиардов. Из 5% годовых это 3,5 миллиарда чистой прибыли. Это значит, что ежегодно потребитель платит за товары на 3,5 миллиарда больше, чем они стоят на самом деле, не так ли? А потребитель – это народ. Зачем же тогда спрашивать, что такое кража? Ну, разве за то, что я управляю десятками предприятий, мне не полагается вознаграждение? Разве не делаю $2 там, где раньше делали один? Но ведь второй доллар остается в вашем кармане. Да, но если бы это было кражей, правительство запретило бы это. Знаете, когда говорят о правительстве, я вспоминаю анекдот о четырех тузах. Обожаю анекдоты. Дело было в Неваде. Новичок наблюдал за игрой в покер. Стоя за спиной банкомета, он увидел, как тот сдает самому себе 4 туза, вынув их из рукава. Он подошел к игроку, сидевшему напротив, и тихо сказал ему: «Я видел, как банкомет шельмует». «Ну и что?» — сказал тот. «Не путайся не в свое дело. Ты ни черта не смыслишь в этой игре. Сейчас карты сдает он, ну а потом буду сдавать я». Мистер Нокс репетирует свою завтрашнюю речь. Мы попали на репетицию, не правда ли, мистер Нокс? Ну, господа, хватит о политике. Поговорим о чем-нибудь другом, да?
Да-да, у меня тоже были свои мечты. В детстве, когда я читала Томаса Мора, я вместе с ним мечтала приблизить то время, когда люди будут жить честно и по совести. А моим героем был Линкольн. Вы чем-то похожи на него, Говард. Я мечтала посвятить себя борьбе за человеческое счастье. Но меня отделяли от жизни тысячи условностей, предрассудков, запретов. У моего отца была власть, и я рано узнала, что это такое. Но мне хотелось не власти. Мне хотелось свободы. И мне казалось, что эту свободу может дать мне муж. Да, мне так казалось. Вот с этого-то все и пошло. А ведь Том был политическим деятелем с большим будущим. А стал вот приспешником моего отца. Ну, а когда появился Томми, надежды мои угасли. Что ж, может быть, он вырастет и сможет осуществить мою мечту. И сделает всех людей счастливее. Вы замечательная женщина. А когда я встретила вас, то вы мне показались человеком, сражающимся с ветряными мельницами. Я не сомневалась, что вас погубит, а вы живете, боретесь. Сильный вы человек, Говард. Доблмен, сэр. Ну, как вы видите, мы оказались правы, а? Ну, этих акций я бы не касался и 10-футовым шестом. Нет, нет, спешить не будем. Маргарет! Я сказал, спешить не будем. У Конрада слишком много дерзости и мало репутации. Это все. Маргарет, с тех пор, как ты вышла замуж, я не вмешивался ни в твою личную жизнь, ни в твое хозяйство. Однако моей дочери и жене сенатора Чалмарса не пристало принимать этого Нокса. Зачем он тебе? А? Он мне нравится. Да. Я горжусь, что могу назвать этого человека своим другом. Жаль, что на свете мало таких, как он. В нем нет ни капли низости. Он не способен даже на самую маленькую ложь. Потом, разве не забавно наблюдать, как один порядочный человек может разворошить весь наш муравейник? А разве ты не теряешься перед ним, отец? А? Сознайся, ведь теряешься. Что за дикая фантазия? Нокс – опасный тип. Я не желаю, чтобы члены моей семьи имели с ним дело. Он не джентльмен? Ну, конечно. Если считать джентльменом, то к того, у кого есть деньги. Нокс – самородок. Он пробил себе дорогу своими руками и головой. Он демагог. Он разжигает неизменные страсти толпы. Когда я говорю, что Нокс – опасный тип, я утверждаю, что он грозит нам, опоре страны, залогу ее стабильности. Представляешь, что бы было с этой страной без нас? Без толпов индустрии, банкиров, бизнесменов, людей, дела и действия. Во что это превратится? Наслушавшись глупости, которые болтают такие, как он, чернь бросает работу и берется за ножи. Отец, но если он не согласен с тобой в политике, это ведь не означает, что он непорядочный человек. Нет, нет, меня не интересует ни его нравственность, ни то, что им движет. Может быть, по природе своей он и не злодей. Какая разница? Тем больше он может натворить зла. Ты ненавидишь его?
Я тоже даю людям и хлеб, и работу. Но в отличие от многих, я понимаю, какую ответственность накладывает богатство и власть. Мы живем в практическом мире. Он управляем практическими людьми, а не пустомелями. Я прочел не меньше книг, чем твой погонщик скота из Орегона. В юности у меня тоже была набита голова всяким вздором о всеобщем благоденствии. Но тогда я не знал, как слаба и ненадежна человеческая плоть. И, наконец, все это очень сложно для женского ума. Я сказал, ты можешь этого не понять, но обязана принять. Сейчас уходи, я работаю. Если бы на свете было побольше таких, как Нокс, то его мечты бы осуществились. Уезжаем. Ты с нами? Поезжайте, я задержусь. Что-нибудь случилось? Нет, нет, все хорошо. Но только не забудь, пожалуйста, мы приглашены. Хорошо, хорошо. Угу. Из моего личного архива пропали секретные документы. Телеграмма из Нью-Йорка. Вас я пригласил для того, чтобы на всякий случай вы были под рукой. Шантаж. Доблмен, мой секретарь, едет сюда. Не знаю. Кража обнаружена только потому, что грабители очень спешили. А что если? Что? Нокс. Нокс. Если он использует эти документы в завтрашней речи. У Нокса нет денег, а ваша стенографистка, я думаю, стоит недешево. Надо полагать, в этом замешан кое-кто еще. Не исключено. Мне не нужны Энни, все слова. Даблмен, пожалуйста, поторопите Линду и Томми. Какие документы похищены? Стенографистка уже призналась. Какие документы похищены? В точности это еще пока неизвестно, но из несомненных потерь это переписка с компанией Гудьир, календонские письма, переписка «Черный всадник», письма из Тенбери и Глутца. И ну, также... этого вполне достаточно. На кого она работала? На газетный концерн Герста. Ловкая собака. На этот раз он, кажется, собирается действовать умнее. Если он передаст их Нокс, и тот в Конгрессе сошлется на них в своей завтрашней речи, они приобретут совсем иной вес. Герст в тот же час опубликует их в своих газетах. Он знает, когда ударить. Как раз теперь, когда нам надо провести ряд важных
законов. Этот газетный интриган думает заработать популярность у Галерки. Неужели все так серьезно? Страна не знала подобного скандала. Страшно подумать, какой поднимется вой, если Нокс произнесет речь и предъявит доказательства. Этот Нокс, если это Нокс, оказывается, не дурак. Негодяй. Хитрый. И умеет драться. Даблмен? Говард Нокс. Конгрессмен от штата Орегон. С запада. Потомок пионеров. Его отец пересек запряжку валов в пустыне до Орегона. Окончил Орегонский университет. В Конгрессе не представляет никакой партии. За ним никто не стоит, кроме нескольких, таких же, как он сам. В личной жизни скромен, порочащих связей нет. Да, если судьба ему дала эту колоду козырей, то подобный тип сумеет пойти с козырем. Даблмен, благодарю вас. Меня никогда не касались грязные руки, я был для них недосягаем. Но стоит только позволить до себя дотронуться, и кто знает, каков будет конец. Толпа. Темная масса людей с убогим сознанием может разрушить все то, над чем я трудился всю жизнь. Но все-таки мне кажется, Нокс был сегодня хоть и задирист, но весьма лоялен. Он был спокоен. На это у него были причины. Он чувствует себя избавителем человечества от скверны. У него документы. Вот от чего он был уверен в себе. Очень уверен. Документы должны быть возвращены. Я возьму это на себя. Не теряйте времени, я помогу вам людьми. В вашем распоряжении меньше суток. Сперва попробуйте договориться с ним. Предложите ему отступную, любую сумму. Есть же на него цена. А если нет? Ну, тогда добудьте документы другими средствами. Что вы имеете в виду? Мое имя не должно быть замешано. Отель Хилтон, пожалуйста. Мы готовы. Что? Мы готовы. А, подождите, мне в машине, Линда. Хорошо. 2:34. Не отвечает. Угу. Спасибо.
Позови мистера Хаббарда. Можете идти, в номере никого нет. Хорошо. Это номер Нокса? Можете быть спокойны, ошибки быть не может. Чертовски повезло, что этот усатый тип сегодня выехал. Коридорный еще не успел сдать ключ, а я уже снял соседний номер. Правильно, это номер Нокса. Приступайте к делу. Видать, здорово приспичил этому Старку Этеру. Помалкивай. И не смей произносить его имя. Уж и имя не произнести нельзя. Что ни говори, очень важная персона. Сколько лет на него работаю, а он не удостоил меня даже словом. Я 2 года проработал у него, прежде чем узнал, кто у меня хозяин. Ты бы лучше вышел в холл и посмотрел, не идет ли Нокс. Он может прийти сюда с минуты на минуту. Хорошо. Это только телефон. Ни разу не перемолвился с его светлостью хотя бы словечком. А деньги он мне платит не зря. Ну и что ж тебе еще надо? Обидно. Словно меня и нету. Но деньги-то идут тебе? Идут-то они идут, а все равно обидно. Кто-то вышел из лифта и идет сюда. Да. Вы уверены, что они подлинные? Мне ведь нельзя рисковать. Уверен. Они долго со мной торговались. Хотели вручить копии. И я уж подумал, что все прогорело. Но я настоял на своем. Либо оригиналы, либо ничего. Но в конце концов они уступили. Не знаю, понимаете ли вы, что они для меня значат, и как я вам благодарен. Да бросьте, о чем тут говорить? У бандита Герста с бандитом Старкуэтером свои счеты. Герст не себя от радости. Он надеется с вашей помощью сыграть свою игру. Пусть надеется. Рабочим ваше разоблачение наверняка помогут. Ладно, мне пора. Будьте поосторожнее с этими бумагами. Если бы я вам сказал, сколько за них заплатил Герст. Никто, кроме нас с вами, не знает, что документы здесь, верно? Я надеюсь. Не хотел бы я быть в конторе Старкуэтера, когда там откроется пропажа. Люди там хлебнут горе. Ладно, прощайте. И задайте этим подонкам завтра перца как следует. Я буду на галерее. Честное дело делается при помощи кражи. Несчастная страна. Да. Что угодно. Я понимаю, с такими, как вы, лучше всего говорить на чистоту. Поэтому
Я думаю, нам лучше всего с вами договориться. Садитесь. Благодарю. Итак. Карьера любого выбранного лица зависит от комиссии в Конгрессе, в которой он заседает. Скажите слово, и вас назначат в самую что ни на есть влиятельную. Торговля правительственными постами? Оптом и в розницу. И кто же раздает эти посты? Вы? Приберегите ваше красноречие на завтра. Хорошо. Есть другой выход. Вас интересуют социальные проблемы. Те, кого я представляю, готовы послать вас в Европу для того, чтобы углубить ваше познание, ну, скажем, лет на 10. И каждый год вы будете получать по 10 тысяч долларов. В тот день, когда вы покинете Америку, сверх того вы получите круглую сумму. Вот, значит, как. Вы решили купить меня всего с потрохами? Нет, не только. Мы хотим еще купить хорошо известные вам документы. Какие документы? Собираетесь играть со мной в прятки? Такой порядочный человек, как вы, не может и не должен лгать. Даже такому малопорядочному, как вы? Вы собираетесь их огласить? Сделаю это. А сколько они стоят? Назовите вашу цену. Я ничего не продаю. Все? Минуточку, вы не горячитесь. Вы забыли, с кем вы имеете дело. Я думаю, лучше продать эти бумажки за большие деньги. Пока спрос на них есть. Не смею задерживать вас. До свидания. В номере вашего подопечного молодая дама. Я думаю, джентльмен проводит ее. Не мешкайте, у вас будет немного времени. Маргарет? Здравствуйте. Простите, но мне срочно нужно было вас увидеть. Здравствуйте. Извините мое внезапное вторжение. Я звонила, но никто не ответил. У меня не было другого выхода. Я очень рад. Прошу вас. Ты читаешь все эти книжки? Да, я читаю. Я учусь. А ты кем хочешь быть, когда вырастешь? Президентом Соединенных Штатов? Папа говорит, что президенты ни черта не стоят. Даже такой, как Линкольн? Ты же помнишь, каким хорошим человеком был Линкольн? Его же убили, я не хочу, чтобы меня убивали. А знаете что? Что? Я хочу быть сенатором, как папа. Они все пляшут под его дудку. Кто? Не знаю, но они пляшут, он сам так сказал. Да.
Ну что же, будь сенатором. Насколько мне известно, Говард, пропали какие-то документы. Они считают, что эти документы у вас. Умоляю вас, будьте осторожны. Умоляю вас, Говард, будьте осторожны. Мне уже много лет приходится быть осторожным. Не трогай. О, вы их не знаете, Говард. Они не остановятся ни перед чем. Ничего не трогай. Успокойтесь, Маргарет, успокойтесь. Ведь мой отец считает, что ему все дозволено. Он убежден, что ему поручено управлять законами бытия и править миром. Да, он верит в себя, как в Бога. И как у каждого фанатика, его вера превращается в навязчивую идею. Но да сейчас дело не в нем, а в вас. Вам грозит опасность. Если с вами что-нибудь случится... Вас волнует моя судьба как общественного деятеля или просто как человека? Вы сами знаете. Не можете не знать. Линда, уведите Томми в машину. Иди, ступай, я приду за вами следом. Говард, в моей жизни одно разочарование следовало за другим. Я так часто теряла веру в Бога, в человека, в справедливость. Вы вернули мне эту веру. Я пришла, чтобы предупредить вас о заговоре, но, наверное, я просто хотела прийти к вам. Хотела видеть вас. Смотреть в ваши глаза. Вы один нужны мне больше всего на свете. Мне не надо было приходить. Сейчас придет. Но я ничуть не жалею об этом. Только о том, что не сделала этого раньше. Я ведь обыкновенная женщина, Говард. Ну, поцелуй меня. Я так давно люблю вас, Маргарет. Но я решил, что вы никогда не узнаете. Смешной. Разве это можно скрыть? Разве ты не говорил мне об этом, когда смотрел на меня? Вы знали.
о том. Если б я мог думать только о самом себе. Помните, я вам говорил о ребенке, выросшем в трущобах? Когда его спрашивали, откуда он знает, что наступила весна, он говорил, как же? Ведь напротив выставили вторые рамы. Но при чем здесь мы? Я не могу предать тех, кого защищаю. Разве это не было бы кражей? Что вы говорите, Говард? Вы теряете голову. Я совсем был ее потерял. Наши имена вываливают в грязи. Распутный конгрессмен Нокс. Нет. Не имею права. Не должен. Ну и пусть. Пусть над нами смеются, пусть нас оскорбляют. Мы же будем вместе. Неужели мы не имеем права хотя бы на крупицу счастья? Когда я гляжу на вас, мне так легко забыть обо всем на свете. Но это кража. Пусть. Только мы двое существуем на свете. Больше никого. Я была так одинока. А когда я узнал тебя, жизнь показалась мне вдруг удивительно прекрасной, как будто в унылый пасмурный день вдруг засветило солнце. Я теперь знаю, каким огромным может быть счастье. Мне вдруг стало тепло. Понимаешь? Милый мой, я так люблю тебя. Она сейчас придет. Она не идет. Успокойся, Тони. Я хочу к маме. Успокойся, милый. Нам, наверное, лучше не видеть друг друга. Я провожу тебя, Маргарет. Уходя от вас, я увидел женщину, лицо которой показалось мне очень знакомым. Где-то я ее видел. Я думаю, эта леди не сможет перенести публичного позора.
Вы еще не передумали? Нет, я не передумал. А жаль. Хаббард. Крылышко немножечко помялось. Выше немного. Вот так. Что еще? Подписка истекла на журнал Вандеротера. Сколько? В прошлом году вы заплатили 15 тысяч. Сколько подписка стоит простому смертному? $12 в год. За что я плачу еще 14,988. Выше. Журнал Вандеротера дает постоянно репортажи на своих страницах о ваших предприятиях, как об образцовых предприятиях страны, сэр. Да, но сам он, кажется, развелся с женой. Нет, сэр. Жена ушла от него. Какая разница? Репутация есть репутация, она подмочена. Переведите 10 тысяч. Пусть в следующий раз будет осмотрительнее. Дальше будьте добры, третью коробку. Мистер Хаббард обратился к нам с просьбой повысить сумму подписки. Увеличен объем журнала, изменена редакция. Сколько он просит? 50 тысяч. Оставим этот вопрос временно открытым. Дальше. Последний, сэр, мистер Ратланд, точнее его церковь и семинарии. Он с вами говорил и просил напомнить. 50 тысяч на церковь и 100 тысяч на семинарию. Но стоит ли он таких денег? Мистер Ратланд, золотоуст, сэр. Вот что он сказал в своей проповеди на прошлой неделе. Господь Бог одарил мистера Старкуэтера таким же талантом делать людей счастливыми, каким он наделяет других людей в области научного или художественного творчества. Недурно. Впрочем, так оно и есть. Мудрость свыше доверила мне управление богатствами нашей страны. Переведите мистеру Ратланду сумму, которую он просит. Послать всем чеки, сэр? Да. Кроме Хаббарда. Ему я выпишу сам. Миссис Чалмерс должна быть здесь. Она мне нужна. Слушаю, сэр. Следующий, пожалуйста. Угу.
Мистер Хаббард, сэр. Простите. Вы оказали мне большую услугу, мистер Хаббард. Вот они в целости и сохранности. Мне повезло. Не скромничайте. Тут понадобилось больше, чем везение. Глуц. Я бы назвал это скорее сноровкой. Эстенберри, у вас было времени в обрез, вы проявили первоклассное качество делового человека. О, черный всадник. Ну, это был бы грандиозный скандал. Нечего говорить, как я вам признателен, мистер Хаббард, за вашу услугу. Вы просили подписку увеличить на ваш журнал. Вот чеки журналу и лично вам. Благодарю вас. Дело мистера Нокса теперь совсем дрянь. Без этих бумаг, его сегодняшняя речь, чистейший фарс. Мистер Хаббард, у меня дела. До свидания. Если все-таки ваш журнал прогорит, переходите работать ко мне. Благодарю вас за предложение. До свидания. Здравствуйте, очаровательная миссис Чалмерс. Здравствуйте, Хаббард. Что это? Вы пьяны? Нет. Не надо строить из себя святошу. Вы и так слишком долго меня вуете за нос. Скажите, пожалуйста, где вы были вчера вечером? А? Не скажете? А кое-кто знает, где вы были вчера вечером. Не знает этого только ваш муж. Поэтому со мной надо быть полюбезнее. Именно полюбезнее. Ты звал меня? Доброе утро, Маргарет, садись. Мы не закончили вчера наш разговор. У тебя всегда был слишком твердый характер для женщины. Но ты леди, и ты не можешь бросать тень на репутацию мужа. А твой брак с Томом я нахожу все более удачным. У него хорошее будущее. Да? Разве ты думал когда-нибудь о том, что мы чувствуем? Мама, Кони, я. И чувствуем ли мы вообще? Разве это не отрывало тебя от дел? Ага. А что касается Тома, ты прав. Тебе легко было превратить его в покорное орудие. Поэтому он для меня действительно удачная партия. Все такая же упрямец. Все так же стараешься проявить свой характер. Жаль, что я вовремя не проявила свой характер.
Теперь все было бы иначе. Да, но сейчас речь о другом. Просто ты должна мне дать слово, что прекратишь знакомство с этим Ноксом. Такой проходимец. Может быть, ты перестанешь его оскорблять? Я требую, слышишь? Требуешь? Раз и навсегда. Мы с мистером Ноксом сами решили больше не встречаться. Тебя это удовлетворяет? Вполне. Я, конечно, никогда не подозревал тебя в чем-нибудь дурном, но... Я не намерен тебе ничего объяснять, все равно ты не поймешь того, что я могла бы тебе сказать. Ну и тем не менее, я считаю, что мы обо всем договорились. Мне пора. Я еду в Нью-Йорк по делам. А что его речь в Сенате так опасна для тебя? Чего ты взяла? Этот Нокс, я вчера наблюдал за ним. Энергичен, умен, но, к несчастью, беспочвенный мечтатель. А такие люди приносят больше вреда стране, чем все анархисты мира. Он думал нанести мне удар с помощью этих документов. Но вот они снова возвращены их законному владельцу. Его завтрашняя речь в Сенате превратится в чистейший блеф. И с ним поступят по заслугам. Я еду в Нью-Йорк. Мне нужно переодеться. Надеюсь, ты меня поняла. Будь умницей. Прощай. Сюда никто не входил? Нет. Странно.
Документы лежали здесь, в комнате. Кроме нас с тобой не было ни души. Отдай их. Но я не выходила из комнаты. Они у тебя, отдай их. Я говорю тебе, у меня их нет. Прежде чем уйти отсюда, ты вернешь мне документы. Ты не понимаешь, что ты натворил. Твой поступок может иметь куда более серьезные последствия, чем ты себе это представляешь. Ты меня вынудишь принять жестокие меры. Я могу забыть, что ты моя дочь. Я могу забыть, что ты женщина. И я верну эти бумаги, даже если мне придется вырвать у тебя их силой. Ну? Что ты решила? Мне нечего сказать. Глупенькая, ты задумала безумное дело. Давай не будем забывать о здравом смысле. Ты не имеешь на эти бумаги никакого права. Они мои. Они принадлежат мне. Они были украдены из моего архива. Я повторяю, они принадлежат только мне. Отдай их. Я тебе сказала уже, у меня их нет. Ты их где-нибудь спрятала? Не толкай меня на крайние меры. У меня их нет. У тебя есть последний шанс. Вы все время были в соседней комнате? Да, сэр. Кто-нибудь приходил сюда? Нет, сэр. Маргарет. Пригласите горничную, пожалуйста. И сами возвращайтесь. Хорошо, сэр. Маргарет. Ну? Мэри. Кто-нибудь приходил сюда из прихожей? Никто. После того, как к вам пришла миссис Чалмерс, я ушла из кабинета и все время была там. Ступайте. Неприятная история, Даблмен. Документы, которые возвратил мне Хаббард, исчезли. Их нет в папке, сэр? Да, да. Их взяла миссис Чалмерс, они у нее. Да, сэр. Пошлите за Хаббардом, если он вернул документы один раз, то, может быть, он их вернет и во второй? Позвоните ему. Звоните отсюда. Никто не смеет покинуть эту комнату. Если моя дочь совершила кражу,
Я не могу верить никому, ни одному человеку. Заодно позвоните и вызовите сенатора Чалмерса. Хорошо, сэр. 501, пожалуйста. Так. Хорошо. Хорошо. Буду обязательно. Энтони, я не понимаю, зачем тебе понадобилось устраивать подобную спешку? Я просто боюсь, что мы ни за что не успеем к этому двухчасовому поезду. Гораздо лучше было бы, если... Что случилось? Даблмен, закройте ту дверь. Господи, Маргарет, что здесь происходит? Тебе придется остаться здесь. Да, но я и так никуда не успеваю. Может быть, вы объясните мне, что все это значит? Полюбуйся, твоя дочь позволяет себе красть. Красть? Кто из вас сошел с ума? Маргарет, Томми внизу, в машине. Ты ведь едешь с нами, правда? Томми подождет. Маргарет пойдет к нему, когда мы с ней договоримся. Даблмен, впустите и не забудьте закрыть дверь. Слушай, Том, и вы, мистер Хаббард, хорошо, что вы пришли. Речь идет о документах, которые вернул мне Хаббард. Их украла Маргарет. Боже мой. Украла у меня здесь, сейчас. Она не выходила из комнаты, они у нее. Маргарет, это правда? Маргарет, почему ты молчишь? Я сказала, их у меня нет. Так где же они? Обыщите комнату. Энтони. Том, вот здесь. Ну? Даблмен! Когда мы поедем домой? Я же сказала, Томми, мы сейчас поедем. Но почему мамы так долго нет? Подожди, Томми. А вы уверены, что сами их куда-нибудь не засунули?
ерунда какая. Документы взяла Маргарет, а не у нее. Послушай, Мэтч, зачем они тебе нужны? У меня их нет. Думаю, я вряд ли буду вам полезен. Нет. Останьтесь с нами, мистер Хаббард. Документы находятся в этой комнате. Если отсюда никто не выйдет, значит, никто и не вынесет. Мистер Хаббард, что бы вы сделали на моем месте? Принимая во внимание некоторые обстоятельства, мне трудно вам советовать. Дело слишком деликатное. Не стесняйтесь. Вам что-нибудь известно? Ну, вы знаете, мне бы не хотелось говорить об этом. О чем именно? Вчера вечером. Не надо. Говорите, Хаббард. Говорите, что хотите. Только пусть выйдет Кони. Кони останется на месте. Никто не выйдет из комнаты, пока документы не будут возвращены. Обещаю, если ты их вернешь, Хаббард не скажет ни слова, что бы он там ни видел. Ну? Говорите, Хаббард. Не надо. Я их отдам. Они у нее, она призналась. Нет. У меня их нет. Говорите, Хаббард. Вчера вечером я видел... Выпустите меня! Да, мама! Откройте дверь, я не хочу здесь больше оставаться! Кони! Откройте дверь, я не верю всему этому, это ложь! Откройте дверь! Кони, подойди к матери, ей плохо! Я все равно не буду слушать! Дай ей капли! Да, я все равно не буду слушать! Встаньте у дверей! Крайне неприятна вся эта история. Хаббард. Сэр. Идемте со мной. Боже мой. Боже мой. Сядьте. Простите, сэр, но вы вынуждаете меня. Вы должны объяснить свои грязные намеки. Хорошо, если вы так настаиваете. Да. Вчера вечером миссис Чалмерс была в гостинице у Нокса. Маргарет? Нет, это ложь. Это ложь. Ложь. Маргарет, скажи им, что это неправда. Вы должны доказать это, Хаббард. Если это клевета, вы дорого заплатите. А вы спросите у нее. Маргарет. Я была там вместе с Линдой и Томми. Томми? Это меняет дело. Ну да, если только ваша жена не отослала прислугу и ребенка не осталась наедине с Ноксом довольно долго. Я прямо соскучился, дожидаясь конца их свидания. Ой. Неужели у вас нет у всех ни капли стыда? Маргарет, я была там всего несколько минут. Сейчас мы это проверим. Даблмен, попросите прийти сюда горничную миссис Чалмерс и приведите сюда ребенка. Нет, не надо, Томми.
Не надо. Не надо. Хорошо. Не надо, Томми. Только горничную. Где ваша хваленая добродетель? Путаться с кем попало. Вы не имеете права так. Так со мной разговаривать. Но пока я еще ваш муж. Вы мне давно уже не муж. То есть как? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. И в отместку вы спутались с этим Ноксом. Нет, нет. И украли для вашего любовника бумаги. Это неправда. Откройте. Подойдите ко мне. Где вы были вчера вечером? Отвечайте. Я не понимаю, о чем вы говорите, сэр. Ах, не понимаете. Может быть, о том, что... Да, да, Линда, продолжайте. Именно о том. Ну, если я пошла погулять с этим молодым человеком? Ага. Мне кажется, вы не имеете права меня допрашивать, сэр. Ага. Но от нее ничего не добьешься. Доблмен, пошлите за Томми. Не надо, Томми. Не надо. Линда, скажите им правду. Не обращайте на меня никакого внимания. Всю правду. Всю правду. Вы были вчера с миссис Чалмерс в гостинице у мистера Нокса? Да, сэр. Потом миссис Чалмерс отослала вас с ребенком и осталась вдвоем с мистером Ноксом. И долго вам пришлось ее ждать? Прекратите этот допрос. Я была там полчаса, час, два. Столько, сколько подсказывает вам ваше грязное воображение. Ступайте, Линда, вы свободны. Отнюдь. Отойдите в сторону. Дальше. Теперь вам понятен мотив ее поступка? Вы негодяй. И сколько же они оставались вдвоем? А? Увы, довольно долго. Уймите, наконец, своего пса. Уйму, когда получу документы. Слушайте меня внимательно. Том, слушай ты. Вы не даете себе отчет важности этих документов. Если документы не будут найдены, произойдет катастрофа, которая обойдется мне в миллионы и подорвет мое влияние в правительстве. Боюсь, Том, тебя могут не выбрать больше в Сенат. Кстати, для твоей карьеры будет полезнее, если все то, что произошло в этой комнате, умрет в этих стенах. Да, но она мне изменила. Есть такие слова, которые лучше не произносить. Советую жить так, словно ничего не случилось. Надеюсь, понятно. Да, понятно.
Доблмен. Откройте. Мистер Ратланд, сэр. Пусть войдет. Я столько денег переплатил на церковь. Не поможет ли она мне в трудную минуту? Благодарю вас. Чудесно. Чудесно. Вся семья в сборе. Какая милая семейная картина. Я торопился, мистер Старквотер, чтобы лично поблагодарить вас за щедрую лепту. Здесь была совершена кража, мистер Ратланд. Моя дочь украла у меня пакет с секретными документами. Я тщетно пытался уговорить ее вернуть их мне. Теперь попробуйте вы. Как ваш духовный наставник, если то, что я слышал здесь, я искренне взываю к вам. Не ставьте себя в смешное положение, святой отец. Я считаю себя правой и готова отвечать за свой поступок перед другими. Я не нуждаюсь в вашем вмешательстве. Оставьте меня, оставьте. Не заставляйте меня думать, что вами движет не совесть, а желание и впредь получать от моего отца щедрую лепту. Я прошу прощения, мистер Старквотер. Но происшествие это носит столь деликатный характер, что я не вправе вмешиваться. И просил бы разрешения покинуть. Как видно, меня подвели и вы. Соблаговолите остаться здесь. Ну, пожалуйста, Мэтч, ну, подумай обо мне. Вдруг этот скандал выйдет наружу. Ну, верни им эти документы. И тогда папа замнет всю эту неприятную историю. Конни, дорогая, поверь, я не могу этого сделать. Это все неправда. Конечно, я тебе верю. Ну, пожалуйста, верни их хотя бы ради меня. Ну, отдай ты им эти бумаги, девочка. Ну, подумай обо мне. Ну, подумай, подумай, какой нам всем грозит скандал. Мама. Ну, я умоляю тебя, я прошу тебя, ты просто убиваешь меня. Мама, мама, ты успокойся, это все неправда. Все, что они говорят обо мне, это неправда. Ну, хорошо, но ты подумай обо мне, девочка. Ну, пожалей Конни. Ну, ты посмотри на отца, ведь он же страдает. Я умоляю тебя. Мама, мне нечего стыдиться, мама. Я умоляю. Конни, поверь, я поступаю правильно. Что ж, ты скрестила свою волю с моей в деле, которая выше твоего понимания. Ты вмешалась в мужскую игру, и с тобой поступит так, как ты того заслуживаешь. Том подаст на развод. Политической карьере Нокса будет положен конец. Наши добрые обыватели не прощают подобных вольностей. Мы раздуем такой скандал,
Больше того, ты уличена в прелюбодеянии, и суд признает, что как существо аморальное, ты недостойна воспитывать сына, и у тебя его отнимут. Нет. Нет, ты не посмеешь этого сделать. Не имеешь на это никакого права. Я не сделала ничего дурного. Ни один суд не засвидетельствует показания этого негодяя. Но кроме меня там были еще два человека, которые очень долго ждали, когда вы освободите номер. И что, они засвидетельствуют ваши показания? Безусловно. Только правду и ничего, кроме правды. Отец, а если я верну эти бумаги? Все будет забыто. И ты смиришься с моим прелюбодеянием? Позволишь такой безнравственной твари, как я, воспитывать твоего внука? И все из-за этих бумажек? Что же такое? Это твоя мораль. Деньги? Человек, совершивший кражу, не имеет права болтать о морали. Довольно разговоров. Документы на стол. У меня их нет. Что дальше, Хаббард? Ну, если миссис Чалмерс не выходила из комнаты, вы не нашли документы? Значит, они у нее? Следовало бы попросту обыскать ее. Да, кажется, ничего другого не остается. Доблмен. Хаббард, разденьте ее и обыщите. Нет! Я не позволю. Хаббарду уж во всяком случае. Чем же мистер Хаббард хуже других? Может быть, мистер Ратлин хочет принять участие? Мэтч, Мэтч, я тебя очень прошу, Мэтч. Пожалуйста, отдай им документы, Мэтч. Мэтч, я тебя очень прошу, Мэтч. Папа, позволь это сделать мне. Позволь мне обыскать. Верить, к сожалению, тебе тоже. Пожалуйста, я тебя нельзя. Очень прошу, папа, пожалуйста. Иди сюда. Папочка, папочка, пусть это сделает мама. Да. Пусть это сделает твоей мама. Твоей маме из-под носа можно вынести весь золотой запас страны. Ну не можешь, ну не можешь же ты позволить сделать это мужчинам. Я не могу. Хорошо. Прошу тебя. Позовите миссис Миддлтон и горничных. Господи. Мамочка, мамочка, не надо, мамочка. Прошу тебя. Остановитесь. Ступайте на место. Мистер Старкуэтер. Линда. Отойдите. Я вас прошу. Линда. Отойдите от нее. Вот так. Шутки кончены. Бумаги сюда. Ну,
Маргарет, отец прав. Это мужская игра, и тебе в ней не место. Отдай бумаги. Миссис Миддлтон, обыщите миссис Чалмс. Горничные вам помогут. Если понадобится, разденьте ее. Понятно, сэр. Что прикажете искать, сэр? Бумаги, документы, все, что она прячет. Чудовищно. Неужели вы это допустите? Трусы. Трусы. Вы так, очевидно, не правы, что совесть не позволяет мне вмешаться. Можете меня увольнять, но я принимать участие в таких делах не собираюсь. Скоты. Какие же скоты. Закройте дверь, болван. Закройте дверь. Миссис Миддлтон. Назад. Если кто-нибудь дотронется до меня хотя бы пальцем, вы меня здесь больше никогда не увидите. Я тоже. Я тоже не буду разговаривать с тобой. Миссис Миддлтон, не мешкайте. Миссис Чалмерс. Будьте благоразумны. Не прикасайтесь ко мне. Не смейте. Я буду сопротивляться. Назад! Наверх! Стойте! Стойте, миссис Чалмерс! Остановите ее! Миссис Чалмерс, пустите меня. Успокойтесь. Линда. Стойте. Линда. Спокойно, спокойно, миссис Чалмерс. Линда. Линда. Сюда. Успокойтесь. Отпустите. Вы не имеете права. Линда, стойте. Боже мой. Ничего нет, сэр. Вы сняли все? До последней нитки, сэр. Выбросьте сюда ее платье и все, что на ней было. Обыщите горничных. Ничего нет, сэр. Ступайте. Я уведу маму, можно? Идем.
Что теперь? Понятия не имею. Я очень сожалею, что меня вынудили присутствовать. Она же не выходила из комнаты. Где же документы? А может, она выбросила в окно, а сообщник внизу стоял. Да, ну а откуда она могла узнать? А Нокс еще вчера узнал о пропаже документов и тотчас же сообщил миссис Чалмерс. Таким ловким, таким сильным мужчинам и не пришло в голову, конечно, в окно. Пойдемте, сенатор. Все ушли. Внизу, за портретом Линкольна. Вчера вечером, когда вы ушли, у меня украли документы. Да, это сделал Хаббард, его люди. Он видел нас. Он сказал обо всем моему мужу, отцу, матери. Зло. Всем на свете. Что вы придете. Они сейчас ищут вас по всему городу. Их план удался на славу. Меня предупреждали, а я вел себя как безмозглый дурак. В политике я человек конченый. Теперь у меня ничего не осталось, кроме вас. Это судьба. Кажется, мы поменялись ролями.
Мы боролись и были побеждены. На мое место придут другие. Я нашел вас. Это судьба. А как же ваша речь, которую все ждут? Ее не будет. Документов нет. Нет доказательств. В этом странном деле одна кража порождает другую. Мой отец обкрадывает народ. Документы, уличающие его в воровстве, украдены Герстом. Хаббард крадет их у вас. А я краду их у отца. И вы сделали это ради меня? Ну да. Из-за этого ты поднялась вся эта буря. Нет. Нет. Ну, конечно, моя первая мысль была о вас. Да если бы только из-за вас, я бы не выдержала это все. Это было так ужасно, что я бы не выдержала. Но я вспомнила ваши слова о том, что вы в этих бумагах счастье стольких людей. А они, как и мы, они любят и страдают, как и мы. И я стерпела. Я выдержала. А теперь я вправе ими распоряжаться. А знаете, чего мне это стоило? Знаете, что они со мной сделали там? Они раздели меня до нога и обыскали на глазах у всех. Так приказал мой отец. Я люблю вас. Вас. Теперь мне нужны только вы. Я устал. Я слишком долго мечтал о недостижимом идеале. Нет, нет, пожалуйста. Я понимаю. Но это недостойно. Я не хочу. Я не могла бы полюбить труса. Вы шли вперед, вы не сворачивали назад. Вы не можете уходить от борьбы. Хорош, добродетельный проповедник. Болтал тут о краже, а сам обыкновенный вор украл жену. Вряд ли можно назвать кражей, если человек берет то, что ему предлагают по доброй воле. По доброй воле? До чего ты докатился? Пожалуйста, Том, без сцен. Ведь я же тебе безразлична, ты просто отдаешь дань приличиям. Хорошо. Давайте побеседуем, как разумные люди. Прошу в кабинет. Двое мужчин и одна женщина. Извечный треугольник, как в романах. Извини за нескромный вопрос.
Ты меня когда-нибудь любила? Когда я выходила за тебя замуж, я думала, что когда-нибудь я буду гордиться тобой. Опять политика. Почему женщины не могут оставить политику в покое? Я знала, что ты меня не любишь. Я надеялась, что любовь перейдет. Сколько утраченных иллюзий. Мы собирались обсуждать не прошлое, а настоящее. Мы любим друг друга. Но у нашей проблемы есть еще одна сторона, мистер Нокс. Мы забыли о самом главном. Об украденных документах. Давайте рассуждать, как взрослые люди. Вы хотите получить друг друга? Пожалуйста. Но при одном условии. Отдайте документы, и мы все забудем. Все? Все. Забудем и простим друг друга. Даже мою измену? Да. Если ты вернешь документы. В конце концов, я тоже не был образцом супружеской верности. Хочешь, я дам тебе развод. Хочешь, оставайся здесь. Выбирай. Не отдашь документы, пеняй на себя. Закон будет на моей стороне. Я потребую развода. Ребенок останется у меня. Послушай, Том, неужели ты когда-нибудь думал, что я хотя бы на секунду предполагала отдать документы? Как низко ты пал, Том. Ты готов торговать даже честью за нескольких клочков бумаги? Надоело. Решайте. Я пойду выпить виски. Маргарет. Единственный выход – это отдать документы. Не мучи меня, Говард. Ты же видишь, мне и так трудно. Нет. Нет, это слабость. Это слабость, это пройдет. С кем этого не бывает, видит Бог, я была слаба. Для меня было бы счастьем уйти к тебе, Говард. Что мне, сплетни света или грязная болтовня бульварных газет? Я была бы самой счастливой женщиной на свете. Но есть другая мораль. Мы не можем красть наше счастье у других. Вчера вечером, когда я пришла к тебе, я многого не понимала, я еще не знала всей подлости и низости того мира, в котором я живу. А теперь у меня открылись глаза. Теперь я знаю, что их мораль не стоит ни гроша. У них есть один Бог. Один закон. Деньги.
Деньги. Отец, муж, вся семья готовы были продать меня. Отнять у меня сына. А из-за чего? Что их толкало? Любовь к людям, доброта? Нет, ни в коей мере. Может быть, так требовала их религия, вера в Бога? Нет, ими владело желание и дальше. Грабить народ, грабить, красть у него все, что они в состоянии украсть. В какую страшную борьбу мы с тобой вступили, Говард. Ты и я. Я живу в пещере разбойников. Вся моя семья — это разбойники. Всю свою жизнь я пользовалась плодами разбоя. С меня довольна. Ты должен помочь мне, Говард. Решила? Линда? Да, мэм. Принесите документы. Хорошо. Говард, я вас умоляю. Том! Говард! Маргарет, я передумал, ты можешь уйти к нему, взяв с собой Томми. Я дам тебе развод. Все будет в порядке. Маргарет. Маргарет, я умоляю тебя, Маргарет, я должен их вернуть твоему отцу, Маргарет. Линда, принесите воды. Помни о главном, Говард. О том, что гораздо важнее твоей и моей судьбы. Ступай.